Выходные не повод сидеть дома. Чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам Сарова. А начать можно с Дома ученых. 24 марта в 18 часов там начнется показ дипломного спектакля Нижегородского театрального училища по произведению Максима Горького «Последние». Не пропустите! 25 мая продолжить можно в Саровском драматическом театре. В 6 вечера в фойе второго этажа начнется камерный спектакль «Человек», также по произведению Максима Горького, которому в этом году исполняется 150 лет. Необычное место, форма подачи и близость к актерам делают этот спектакль особенным. С детьми в субботу 24 марта можно смело занимать места в ДК на площади. В 16 часов там начнется музыкальная сказка «Летучий корабль» в постановке театрального коллектива «Люкс». В субботу в художественной галерее весьма обширная программа. В 10 часов начнет работу творческая мастерская «Цветочная подкова». Всех желающих научат создавать декоративные украшения в технике бумагопластики. В 12 часов откроется творческая мастерская «Весна на камне». Роспись галичных камней на весеннюю тематику. В 13 часов киноканикулы в художественной галерее продолжаются. Все желающие смогут посмотреть фильм «Детство Горького». В 14 часов начнутся экскурсии по выставкам. Их целых две. Персональная выставка «Светланин день» Светланы Ушковой и персональная выставка «На бледно-голубой лазури» Петра Безрукова. В субботу и воскресенье маленьких спортсменов, которым уже исполнилось 3 года, ждут на танцевальной площадке парка Зернова. Ее превратили в уютный детский каток. Работает площадка с 14 до 20 часов. Пока погода позволяет, не упустите возможность прокатиться на коньках. 25 марта в Доме молодежи в 16 часов начнется фестиваль детского творчества «Марафон талантов». Вход свободный. В субботу детей и их родителей ждут в музее народной игрушки. В 11 утра стартует игровая площадка «Игралочка», а в 14 часов начнет работу семейный клуб для тех, кто хочет научиться вязать игрушки «Свяжем сказку сами». Каждую субботу в молодежный центр может отправляться тот, кто не мыслит своей жизни без салонных игр. 24 марта вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящим мафиози или шерифом. Начало встречи в 20 часов. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Для детей в прокате мультфильм «Шерлок Гномс». В этой анимации на экран возвращаются герои мультфильма «Гномео и Джульетта». В этот раз сюжет будет наполнен отсылками к известной истории про гениального сыщика Шерлока Холмса. Узнать все тайные секреты новинки можно уже в эти выходные. Для тех, кто постарше, на экранах новый фильм о любимом герое Лара Крофт «Расхитительница гробниц». Приключенческий фэнтези-экшен, основанный на перевыпуске культовой серии видеоигр. На смену Анджелине Джоли пришла оскароносная Алисия Викандер, что многими критиками было воспринято не очень лестно. Посмотреть фильм все же стоит. В нем много крутых спецэффектов и головокружительные приключения. Еще одна новинка, которую стоит посмотреть на большом экране – «Тихоокеанский рубеж 2». И снова, как и в первой части фильма, команда пилотируемых роботов-защитников остановилась. Вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.